тратуйся, наоборот, увидела все готельные животные. Вот маленьких, некоторые в Одессе были, наверное, бегает девочка. Больше ни капли волнения Абусахит Аликович и Баяниту Хватуловна уже в пятый раз вместе переступают порог ЗАГСа, торжественно отмечая юбилей своей свадьбы. Теперь дошли и до Платиновой. В зале пару Алкиных под марш Мендельсона встречают с каждым разом все больше гостей. Первый день встречи со своим будущим супругом Баяниту Хватуловна запомнила навсегда. Тогда он вернулся домой со службы. К своим 23 годам Абусахит Алкин прошел уже две войны – Великую Отечественную и Японскую. А тут три солдата. Все побежали, девчонки, туда. Я рассмотрела, все говорили, вот Алкин, Алкин, все. И вот он какой-то влитнолецый и больной, и вся, говорит, не могут. Я что скажешь, так нехай, нехай. Вот слова у него было. Три дня Абусахит Аликович ходил свататься и добился своего. С тех пор прошло 70 счастливых лет. Это вообще первая семья, которая здесь, в Нефтеюганске, празднует 70-летний юбилей совместной жизни свадьбы. Это просто уникально. Я считаю, это большой даже подарок и к юбилею города 50 лет, который у нас прошел, что такая есть семья, и такая дружная, и такая богатая вот именно семейственностью и детьми. В этот день слова поздравления юбилярам передала губернатор округа Наталья Комарова, глава города Сергей Дегтярев и депутат окружной думы Владимир Семенов. Ваше взаимное уважение, любовь и преданность друг к другу является примером для жителей города Нефтеюганска. Пусть вас окружает верные друзья, любимая семья и прекрасное настроение. Пусть вам помогает вместе идти по жизни. А рядом с парой в этот день и всегда 6 детей, 14 внуков, 22 правнука и 2 праправнука. И это не предел, потому что пример настоящей любви и верности семья Алкиных показывает изо дня в день. Виктория Дрягина, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск».